Всем привет, ребятки, вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в игру Stickman против тюрьмы. Третья часть. И у нас 177 уровень, называется «Пушки к бою». Давайте попробуем пройти этот уровень. Опа! Все, достаточно-таки легкий был уровень. Неплохой. Вот с отражением я в прошлом ролике вообще мучился. А, проще, чем кажется. Проще, чем кажется. Ну давай попробуем. Ага, проще, конечно. Проще, не думаю, что проще. Так, а ну-ка. Так, а ну-ка, дай, подожди. Тут непонятно, кто за что. А, вот этот отвечает за вот этот, да? Этот отвечает за этот. А этот ни за что не отвечает. Ладно. А ну-ка. Нет, он же ни за что не отвечал. Почему он отвечает за вот этот? Я не понял. Так, это так делаем. Да ё-моё, ты заколебал. Ты заколебал. Опа. Нет, не хочет он так делать. Так, ладно, давай здесь сделаем. Так. Ладно, смотрим. Смотрим, ребята, смотрим. Не знаю, я еще и умер. Я еще и умер. А, так, ребята, вот этот уровень оказывается проще, чем кажется. Просто нужно идти на выход и все. Представляешь? А я парюсь. А, так, упертый шмель. А, в смысле? А как мне тебе? Так, упертый шмель. А как с этим шмелем воевать? Как его победить? А нет. Упертый шмель. В натуре упёртый шмель, как мне тебе? Он ничего не боится, этот шмель? Ага, сейчас посмотрим, что-то тут должно двигаться. Нифига. А, вот, значок, я забыл. Смотри, меняем значок этому упёртому шмелю, и он летит в другую сторону. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смотри, меняем направление, лети туда. Лети туда. Все. В принципе, несложно. И давай назад лети. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух, успел. Он же мог на меня пойти. Так, у нас босс, ребята. Так, он бросает батарейки. Надо, главное, не попасться на батарейку. А, умер. Попался на батареечку, ребята. Ага, понятно. Вот такой вот босс. Это же охранник, ребята, это охранник. Нам надо как-нибудь тут запрыгнуть сюда вот и нажать на кнопочку. На, получай. 100 килограмм по хребту тебе. По хребту 100 килограмм, по хребту 100 килограмм. На, получи еще по хребту себе 100 килограмм. Прыг, на. Есть, и последний ему ударчик. И он сейчас у нас... расстроится, конечно же, ребята, он расстроится, что мы его сейчас хлоп с ним. 100 килограмм, все. Давайте пойдем, попрыгаем на него. На нем попрыгаем. Вот такой ты плохиш, вот так тебе и надо. Вот такой вот охранник, вонючка. Сейчас мы тебе еще 100 килограмм зафигачим. А нет, не работает. Ладненько, уходим. Такой вот босс был. Пожар. Ребята, тут у нас пожар. А можно его вот так вот, таким способом тушить? Давайте потушим пожарчик. Ага, ну в принципе, понятно, легко. Опля, опля, хорошо. Хорошо. Так, давайте здесь быстренько потушим. Не-н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 е. Нет-нет-нет, пожарчик. Ты мне не мешай, сейчас я тебя затушу. Опа, хорошо. Опля. Так, теперь наверху тушим.
А, не успел, я не успел. Все, успел, ребята. Так, давайте здесь быстренько потушим. Опа, тушим, 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 быстренько, 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 хорошо. И все, убегаем с этого места пожароопасного. Так, это был у нас 81 уровень. Так, откуда так дует, ребята? Ох, нифига себе, ветрище-то какой, меня сдувает вообще конкретно причем. Ладно, попробуем справиться. Оп, тихо. Опа, есть. Прям ветер, смотри. Ты слышишь? Ага, ветер прям дует. Все хорошо, нормально. Сейчас пройдем. Все, давай, прыгаем. О, все, ребятушки, прошли. А, без права на ошибку. Без права на ошибку, значит, понятно. Ага. Так. Подожди-ка. Опа. Опа. Так, плюсик, мы сейчас будем сюда бежать. Хорошо. Ну, вроде бы не сложно. Да, нормально. Ошибку мы не совершили, ребятушки, и 183 уровень мы с вами прошли. Важен каждый шаг. Важен каждый шаг. А почему? В смысле важен каждый шаг? Я не знаю, почему. А-а-а, смотри, нифига, сколько... Ну, мы уже проиграли, ребята. После того, как мы нажимаем на рычаг, нам нужно... А, я знаю, нужно отсюда выпрыгать. Оп. 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 Так, сейчас забираем наш ключик. И прыгаем. А-а-а, головой стукнулся, ё-моё, как так? Ну, бывает, бывает. Но ничего страшного. Мы победим этот уровень с вами. А, нет, надо сверху прыгать. Опа. Оп. Сейчас прыгаем. Оп. Так, ждем лифт. Не спешим. Ага. Не надо спешить, ребятушки. Здесь важно не спешить. Опа. Опа. Все, а здесь можно бежать нормально, спокойно, все хорошо. Ой, терпение, мой друг, терпение. У нас опять вот эти вот леталочки. Леталочки. Ага, вот эта леталочка ту летает, туда закидывает. Нам надо найти нужную штучку. Так, нет. Нифига. Ага, все нормально, все хорошо, все отлично. Убегаем с этого уровня, и у нас 186 уровень. Три платформы, ребята, три платформы, которые... Ух ты, они крутятся, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Здесь надо будет аккуратненько. Все нормально. Пробежали. Хорошо. Так, а здесь у нас освещение такое, видишь? Ух ты, нифига. Шипы. Так, здесь шипов нету. Так, здесь тоже нормально все. Так, здесь шипы вижу. Здесь шипов нету. Прыгаем сюда. Идем. Вроде бы нормально все. Так, шипы. Так, здесь нету шипов. Так, вот платформа. А, вот и ключик. Забираем ключик и идем назад. Так, вроде бы все понятно. А, вот и выход, ребятушки, все, мы убежали. А, догоню написано. Что это за догонялка? Ага, это зараза за мной бегает, ё-моё. Я представляю, что она сделает. Она будет, конечно же, взрываться. Но она меня не догонит. В любом случае. Давай, иди сюда, а я побегу сюда. Опля, не догонишь, взрывалочка. Ух ты, как она далеко, она туда даже могла дойти. 189 уровень, ребятушки, спортсмен называется. А здесь, ух ты, а здесь у нас какая-то платформа, которой нам нужно бежать. О, и у нас лифт спускается, хорошо. Ну, если спортсмен, то будем бежать. Давайте пониже платформу опустим. Я примерно... Представляю, что будет с платформой. Она просто потом начнет подниматься. Да, когда я вот уйду с вот этой платформы, она начнет двигаться вперед. Так, ну все, достаточно.
Достаточно. Вот видишь, оно начало двигаться. Так, а ну-ка. Опа. Так, а ну-ка. Опля, все, забрали и уходим, потому что она может зажать нас. А ну, она еще работает, нет? Да, работает, ну ладно. Все, уходим. 180. Так, шарики бывают разные. Желтые, красные, зеленые, синие. Ой-ой-ой-ой-ой, шарики, вонючки. Вонючки, шарики. Опля, ух, успел. Так, зеленый вонючкой. Как он быстрый, а? Так, желтенький, ждем, пока уедет отсюда. Все, открыли. Открыли и идем домой назад. Так, кто первей? Шарик синенький или я? Я быстрее бегаю. Куда пропал рычаг, ребятушки? Смотрите, тут нет рычага. Давайте что-нибудь сделаем. Давайте возьмем, например, вот эту штуку. О, это пойдет за рычаг. Ага, все отлично. 191 уровень. Куда пропал рычаг? Но мы использовали другой рычаг вместо того. Вот этот будет рычаг. Рычажок такой вот интересный. Ну что ж, пойдем. 191 уровень мы прошли. И у нас босс. Ребята, у нас снова босс. Какая-то крутилка. А-а-а, нифига себе. Ты чё творишь-то? Алло. Убегаем. Так, стоим. А, бомбочка, бомбочка. На, слушай, возьми бомбочку. Опа! И давай неси этому чуваку. Вот так получил. Бомбочкой. Опа. Так, а вот еще. Давай вот эту тоже бомбочку ему дадим, ребята. Ах, не взял, не взял бомбочку, на. На бомбочку, ты что не взял-то? Вот, неси ему. На, получил. Так, ждем. Тихо. Сейчас еще одна бомбочка выйдет. Давай, бомбочка, быстрее. О, вот еще одна бомбочка. На, держи. О, неси ему быстрее. Хорошо. Вот и босс наш умер. Вот такой был, ребятушки, босс. Ну, а теперь у нас новый уровень. 193-й. Ну, этот уровень, ребятушки, мы будем с вами проходить уже в новой серии. Так что обязательно подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. И этот уровень мы с вами пройдем уже в новой серии. Так что всем пока-пока.